Цветы Великой Победы. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи сегодня открыли трудовой сезон. Участники студенческих отрядов на территории мемориального комплекса «Тростенец» высадили 75 яблонь. Символично в память о 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В акции приняли участие активисты БРСМ и ветераны студотрядовского движения. Сорт яблок также подобрали по случаю. Слава пироможцам! Высадка этих деревьев символ, то, что мы оставим для наших потомков в дальнейшее. Будут помнить и знать, что вот были такие и будут дальше. Этот объект можно назвать уже нашим подшефным объектом студенческих отрядов. Здесь работают наши ребята и в рамках субботников, и возлагают цветы, и постоянно строотрядовцы здесь принимают участие в акциях памяти. Кстати, как только все деревья были высажены, над будущим яблоневым садом начался дождь. Активисты БРСМ уверены, это к успеху всего трудового семестра.